Всем добрый вечер. Я надеюсь, меня хорошо слышно, видно. Если меня хорошо слышно, видно, посигнализируйте мне об этом в чате, чтобы я понял, что никаких проблем с подключением не было. Так. Спасибо. Вижу, что все видно и слышно. Я сейчас тут немного с окнами поманипулирую, чтобы все было, пространство занято. Ну, в общем, как-то так. Не стесняйтесь, если что, писать в чат, если вдруг какие-то будут вопросы или вдруг какие-то будут проблемы. Ну, давайте начинать. Меня зовут Никита. Сегодня мы с вами уже прошли этот пункт, да, и уже, по крайней мере, меня хорошо видно и слышно, я надеюсь. Активно участвуем, задаем вопросы в чат. В общем, голосом возможности у вас вопросы задавать нет, но в чат. То есть прям не стесняемся, задаем. Может быть, некоторая задержка между вопросами в чате и моими ответами, потому что там, да, я хочу закончить какую-то мысль. Ну, в общем, в любой момент пишите, как бы, и я постараюсь оперативно ответить. Итак, сегодня тема нашего вебинара – это React и быстрый старт. Что нам нужно для того, чтобы стартануть? И, в общем, то, что мы сегодня с вами… Вопросы, которые мы сегодня с вами раскроем, в том числе я сюда еще добавил бы пункт, что мы посмотрим некоторые примеры кода на React, то есть поработаем с таким небольшим приложением, в котором соединено несколько штук. И ответим вот на этот набор вопросов. Надеюсь, что это будет полезно для вас. Итак, давайте начнем с первого. Что такое React? Этот ответ есть прямо на официальном сайте. Это JavaScript-библиотека для построения юзер-интерфейсов. На официальном сайте React вы можете найти замечательный туториал, вы можете начать использовать фреймворк сразу после его прочтения. Есть также возможности смотреть какие-то варианты переводов этого туториала, есть, по-моему, русскоязычный вариант официального сайта React. Я всегда говорю, что не рекомендую смотреть русскоязычные источники, лучше зайдите на оригинальный источник и запустите Google Translate, если у вас проблемы с языком. Потому что русскоязычные источники, они часто бывают, отстают в плане перевода, у вас там что-то обновилось, какая-то документация, а актуальность ее под вопросом. Ну, в последнее время эта проблема реже встречается, но все-таки Google Translate замечательно переводит странички, и если вдруг вы захотите, все-таки советую вам посещать официальный сайт. Давайте ответим на вопрос, почему React такой популярный. И вот буквально недавно, да, этот скрин сделан. Давайте еще раз я открою ссылочку. Так. Ссылочка открылась не совсем там, где я ожидал. Так, секунду. Один момент. Так. Давайте я скопирую ссылочку. И откроем ее просто в браузере. Итак, вот мы можем видеть, да, что React действительно он, то есть за последние 6 месяцев, вот его состояние, что он идет только в гору. Такое проседание мы видим характерное вообще использование всех фреймворков в период зимних праздников, да, но все остальное время React идет только в гору. Мы видим, причем он даже за последнее время, видите, он как сильно прибавил в аудитории. Ну, не в аудитории, а условно в скачиваниях, да. То есть мы видим, что до 23 февраля получается сегодняшнее марта, да? Ну, по 8 марта здесь статистика, было порядка, здесь у нас сколько, 8 миллионов, да, порядка более полумиллионов скачиваний, то есть в период с этой точки по эту, да, тут вот цифры высвечиваются, ну, то есть популярность его только растет и прям растет в гору.
Статистика это показывает. Ну, конечно, эта статистика, она такая, не то чтобы тут есть, сколько реально там человек использует React, это просто статистика скачивания с NPM. Но при этом она какую-то все-таки выборку нам дает, что популярность действительно очень высокая фреймворка, и она только увеличивается. Есть еще такой замечательный вот вариант. Посмотреть популярность, это некоторые такие опросы фронт-энд разработчиков. Ну, разработчиков, здесь вот мы видим результаты по фронт-энду. И тут написана, опять же, статистика, которая, скажем так, описывает, да, тоже в общих чертах, слышал ли я об этом фреймворке, использовал ли я его, буду ли я его использовать снова. И у React, в принципе, как вы видите, самая такая положительная статистика, что я его использовал и буду его, хотел бы его там, буду его использовать снова, да? Или мог бы его использовать снова. Вопрос, а на рынке ощущается нехватка разработчиков на React? Вопрос интересный. Спасибо за вопрос. Я бы сказал, что на рынке вообще нехватка кадров. Сейчас, безусловно, можно стать специалистом в любой сфере, и наверняка вы найдете себе работу. Другое дело, что когда я начинал, например, требования к начинающим разработчикам, ну, мое субъективное мнение, я могу ошибаться, но мне кажется, что они были пониже. Возможно, и компании, конечно, в которых я работал, для начала их вообще статус был, безусловно, невысокий. Добрый вечер, Юрий. Поэтому, возможно, ну, я смотрю на такие довольно компании высокого уровня, и поэтому там довольно серьезные требования для начинающих разработчиков. Но в целом мое такое ощущение субъективное, что требование для начинающих разработчиков, оно подросло. То есть нехватка кадров, она, в принципе, я в IT с, ну, именно работаю как по специальности программист с 2012 года. Получается, что все это время я чувствую, что есть нехватка кадров, особенно кадров высококвалифицированных. Возможно, даже нехватки именно низкоквалифицированных кадров. Тут сложно сказать, да, есть ли нехватка низкоквалифицированных кадров. Могу с уверенностью сказать по своему опыту, потому что мне приходилось несколько раз собеседовать людей в команды и формировать команды, строить их внутри компаний. И очень сложно найти именно высококвалифицированные кадры. Тут прям вообще беда-беда. Просто так как-то получилось, что я всегда оценивал с точки зрения нанимателя именно высококвалифицированную рабочую силу. Поэтому, так скажем, для начинающих здесь именно в плане кадровой какой-то темы я ничего не могу подсказать. Ну, надеюсь, развернуто ответил на вопрос. Если вдруг я ответил не точно, или вы хотели спросить что-то еще, то, может быть, немножко переформулируйте, я попытаюсь ответить с другой стороны, да? Итак, как же завоевал фреймворк свою популярность? Ну, во-первых, он действительно очень хорошо документирован, есть официальная документация, она шикарная. С другой стороны, сейчас много фреймворков, и все они, ну, по крайней мере, все, кто имеет популярность, они очень хорошо документированы. Там очень хорошее руководство для начинающих. И вот это вот все. То есть, ну, конечно, это преимущество, безусловно, здесь не поспоришь. С другой стороны, сейчас действительно фреймворк вообще не завоюет никакой популярности, если он не будет документирован. К преимуществу можно отнести, что React можно использовать на любом устройстве. То, что React Native и вот это вот все. С другой стороны, вот здесь в скобочках указано еще слово ПВА, Progressive Web Application, их можно строить на чем угодно, они тоже работают на практически любых устройствах. Да? Так что, ну, это как бы преимущество, безусловно, ну, практически сейчас можно любой фреймворк использовать на любом устройстве. Преимущества React, я бы сказал, реальные преимущества, они, наверное, идут дальше. Это то, что фреймворк
работает декларативно. Он первый, кто вообще начал использовать идею. Ну, я так думаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь. Поправьте, если я ошибаюсь. Вот почему-то вот на моей памяти, когда фреймворк в 2015 году вышел, его идея была в том, что вы делаете компоненты отдельные. И это была его главная фишка изначально, что компонентная такая вот компонентный подход к разработке и, скажем так, композиция была его в том числе главной фишкой, то, что на тот момент вышел JSX, я прям помню, когда анонсировали поддержку JSX уже в IDE, это был, наверное, 2000, так вот, середина, наверное, 15-го года, и это вообще был просто взрыв, потому что с помощью JSX вы начали писать прям вообще шаблонно, это было очень круто, это было похоже на HTML, ну, то есть такой XML-подобный синтаксис. Это очень зашло, и это прям была фишка, и до сих пор JSX, конечно, это пуля. В отличие от HTML, где атрибуты могут быть только там текстом и так далее, JSX, конечно, свое дело сделал и выстрелил хорошо. Фреймворк вроде бы легок для изучения. Есть такой пунктик, что легко начать. Я бы дополнил, что да, действительно легко начать. Здесь как бы никаких вопросов. Я бы сказал, что довольно сложно развиваться. То есть, может быть, это такой не совсем корректная формулировка. Довольно сложно, скажем так, добиться в нем именно больших каких-то вот таких успехов. Не потому, что фреймворк сам по себе какой-то не такой, а потому что в React нужно перестроить вообще образ своего мышления, нужно перестроить, скажем так, подход совершенно другой, то есть нужно немножко подстроиться под подход и прочувствовать именно вот эту идеологию фреймворка и почему, скажем так, на нем можно реально круто очень писать. А в фреймворке это вот реально самое главное его преимущество – полная свобода действий. То есть вы можете использовать любую библиотеку, то есть он не диктует никаких вам правил. В отличие от Angular, который говорит, есть один роутер, есть один вариант сделать там какую-то архитектуру, есть там одна возможность там писать вот так и не иначе, React говорит, используйте что угодно, как угодно и когда угодно. Вы вправе выбирать тот инструмент, который вам ближе. И вот эта демократия, вот такой демократичный реальный фреймворк, это действительно преимущество, за счет чего он на рынке прям очень уверенно себя чувствует. Потому что не нравится использовать там роутер, используй, из десятка других можешь выбрать и там используй, никаких проблем нету с этим. Не нравится Redux, используй MobX. Не нравится MobX, используй еще какой-то там вариант популярный. И это будет концептуально вообще абсолютно правильно, никто вам не скажет, что вы делаете что-то не так. В React 16 появились очень продвинутые инструменты отладки, и, безусловно, подобные инструменты — это вообще невероятно круто, вы можете дебажить компоненты, это вообще здорово. Ну и многообразие в React, в мире React очень много всего уже сделано. Вы наверняка только подумайте о чем-то, это в React уже реализовано кем-то, это уже давно работает, и скажем так, уже наверняка успешно. То есть, если подвести такой маленький итог, это, наверное, свобода, я бы сказал, это важно. Свобода в фреймворке, это здорово. Это JSX, это очень сильная сторона. Продвинутые инструменты отладки и много готовых решений. Их действительно очень много, и наверняка вы не останетесь, скажем так, без какой-то библиотеки, которую вы, возможно, хотели бы использовать. Итак, если вдруг какие-то есть вопросы, я мониторю чат. Всех тоже приветствую, кто присоединился. И хороший вопрос. Просто ли выучить React? Вот у меня вопрос к вам. Как вы считаете, просто ли выучить React? Может быть, есть кто-то у нас из, скажем так, знающих уже, кто там уже что-то попробовал поучить. Скажите, легко ли вам учить React? Вот такой вот вопрос. Либо как вы думаете, что вы думаете по этому поводу? Сегодня покажете пример процесса отладки. Хорошее предложение. Давайте, да, попробуем сегодня посмотреть на React Debug Tool.
Я только, наверное, сейчас сразу проверю, подключен ли он у меня. Вспомнить бы еще, как это делается в Windows. Сейчас, одну секунду. Но я жду пока в том числе информации от вас. Я спросил, как вы считаете, легко ли выучить React? Ну, давайте я позже как раз покажу, как этот инструмент установить, потому что, по-видимому, у меня этот экстеншн почему-то не поставился. И мы, да, мы попробуем посмотреть обзорно, как работает дебаг в React и какие в этом главные преимущества. Вот у меня есть лаконичный ответ на, скажем так, этот вопрос, что React непростой в изучении. Я так думаю, основываясь на своем опыте. Потому что я когда-то потратил на это очень много времени, скажем так. Так, вижу ответы. Помимо самого React будет изучение, разбор последних, не сильно старых фич JavaScript, имею в виду, например, Promises. После ванильного JS интересно будет, как пойдет. Юнит-тесты будут в программе, и как мы будем использовать TSX. Вот вижу вопросы. Давайте начну с первого. Помимо разбора самого React, будет изучение разбор последних не сильно старых фич. Имею в виду, например, Promises. Ну, программа курса подразумевает, что мы с вами пройдем по, скажем так, именно React. Мы посмотрим на... обзорно на последние там какие-то возможности, которые есть, кажется. Если я, конечно же, опять же, ничего не путаю, по-моему, у нас есть что-то такое в первом вводном занятии. И в основном мы все-таки акцент сделаем на TypeScript. Посмотрим чуть больше TypeScript. Если я правильно, опять же, ничего не путаю, у нас есть такое подготовительный такой блок. И в этом подготовительном блоке там будет изучаться Webpack, JavaScript обзорно. И я думаю, что, наверное, вы, по крайней мере, если даже, там, скажем, останутся какие-то вопросы, вам дадут правильное направление, в каком направлении вам необходимо двигаться, чтобы у вас были все необходимые инструменты в руках. После ванильного JS интересно будет, как пойдет, да. Юнит-тесты будут в программе. Идея курса основная в том, что мы будем смотреть все в контексте именно тестирования. То есть хочется как раз-таки поделиться именно опытом, как писать код именно в разрезе тестов. И у меня была очень хорошая практика с этим, довольно длительная и большая, поэтому я надеюсь, что это главное преимущество вообще нашей программы. И я надеюсь, что это будет круто, когда мы будем не просто тесты, как вот обычно, знаете, там в образовательных программах бывает. Ну вот, мы прошли с вами фреймворк, мы уже сделали на нем все домашки, а теперь давайте посмотрим, что такое тесты. Да? Подход будет совершенно другим. То есть мы будем разбирать какую-то фичу и будем смотреть, как ее протестировать. И вот как бы таким образом мы будем двигаться по всему курсу. И все домашки я тоже хотел бы, чтобы вы в дальнейшем разрабатывали с использованием тестов. Мы будем использовать TSX? Да, мы будем использовать TSX, и для типизации мы будем использовать только, скажем так, TypeScript и вот эти вот штуки. Concurrent mode experimental будем проходить. Ну, так как это фишка experimental, я ее не включал в программу. Ну, если, опять же, будет желание и наберется некоторое количество человек, которые будут хотеть услышать об этом, мы об этом непременно, по крайней мере, где-то поговорим. Окей. И вот мой ответ, да, что React, он не такой простой в изучении, и, в общем-то, почему? Да? Давайте раскроем с вами. Потому что, когда вы работаете с React, действительно, вам нужно перестроиться. В React вообще, так скажем, в отличие от там, других фреймворков, есть только понятие композиции. Ребята из Facebook изначально спроектировали свой фреймворк таким образом, что
Там нету никакого наследования. Вот давайте с вами посмотрим сразу же. Я сошлюсь на официальную документацию. И здесь же я пролистаю в самый низ. И вот что они думают об этом. Да? Что в Фейсбуке мы использовали React с тысячами компонентов, и мы не нашли ни одного случая, где мы могли бы, там, да, где нам понадобилось бы создать компонент с наследуемой иерархией. То есть им действительно хватило для того, чтобы разработать Facebook там, и остальные их инструменты, только композиции и пропсы. Это все, что им было нужно для того, чтобы разрабатывать достаточно большие проекты. И это заявление, оно, скажем так, не безосновательно. У ОП есть много известных проблем, разумеется. И я не сторонник того, чтобы строить невероятные цепочки наследования и вот это вот все. Разумеется, где-то в каких-то местах эта парадигма себя показывает очень хорошо, и мне нравится в некоторых местах это. Но, в общем, я бы сказал чуть больше. Наверное, на своей практике программиста, вот я работаю уже много-много лет, я, наверное, встретил, ну, наверное, совсем мало кейсов. Если быть точнее, я, наверное, не встретил, наверное, ни одного по-настоящему кейса, который описан в книгах, где там написано есть cat, dog, там, и класс базовый animal. В плане типов я встречал, конечно, такие случаи, когда мне нужны были какие-то интерфейсы шаренные, общие там и так далее, и так далее. Но вот в плане такой вот реализации, когда у меня есть какой-то там базовый класс, и потом от него там какое-то количество потомков, возможно, я делал это в своей практике, потому что мне хотелось использовать это. Но если подумать об этом с другой стороны, действительно, даже если бы в своем коде я использовал композицию вместо наследования, я думаю, что у меня все вполне себе хорошо бы работало. И, в принципе, ребята, которые довольно хорошо разбираются в computer science, которые хорошо разбираются в компьютерном программировании, не все из них позитивно отзываются о программировании объектно-ориентированном. Я бы сказал, что, наверное, большинство из них предпочитает функциональное программирование и функциональные парадигмы. Также React сложно довольно изучить, потому что там нет жестких правил. То есть там нет такого, что делай так, а не иначе. Поэтому, когда вы будете изучать, это будет еще полдела. Когда вы пойдете на работу, вы очень сильно удивитесь, что в каждой компании проект с React, он абсолютно индивидуальный. То есть нет двух одинаковых проектов React с использованием фреймворка React. Их просто нету. Вы приходите в другую компанию, в другую команду, там все по-другому. Другие библиотеки, другие правила. В этом тоже есть сложность, что вы приходите, и вам надо каждый раз подстраиваться, адаптироваться заново. Ну, как бы это, опять же, позволяет нам за счет некоторой гибкости делать все, что мы хотим, как мы хотим. То есть это как бы такая вот практика. В React действительно нужен и высокий уровень разработчиков. То есть React сам по себе действительно простой. И писать на нем просто. Только для того, чтобы сделать на нем что-то более или менее вменяемо сложное, нужно иметь достаточно хорошим скиллом, именно хард-скиллом программирования. То есть нужно уже прям очень уверенно себя чувствовать, по крайней мере в JavaScript, TypeScript прям очень уверенно, то тогда вы, в принципе, без особых проблем будете продвигаться. А если у вас есть какие-то пробелы такие в фундаментальных знаниях там, в JS, в TS, вам будет очень сложно, потому что иногда вы будете не понимать, почему это работает так, а не иначе. Именно не из-за того, что React, а именно из-за того, что, там, скажем так, непонятна какая-то база, где-то пробел в фундаментальных знаниях. Итак, если сказать несколько слов про композицию, да, то есть это главный вот дизайн-принцип в React, композиция. Так, у меня снова открылось не в том окне. Сейчас, секунду. Так.
Итак, давайте откроем эту ссылочку, да? И вот мы видим, что композиция — это, конечно, базовый принцип именно в React. Тут есть очень хорошая страничка по этому поводу. Мы с вами откроем, наверное, давайте такой вот примерчик именно с код пена. Он тоже взят оттуда с официальной страницы, с официальной документации. И давайте с вами посмотрим примерчик. Что же такое эта композиция, которая так описываю, да? Ну вот мы с вами видим, да, что вот есть такой вот примерчик, да? Есть некоторый компонент, там, какой-то бордер, fancy border, то есть какой-то такой вот у нас интересный бордер, у которого есть вот такой вот цвет, да? И главное, то есть фишкой, в принципе, можно сказать, React, это вот, вот здесь базовый пример именно композиции. Что вы можете передать сюда props children? Props children — это то, что вы кладете в тело, как ребенка, как дочерний элемент, для вашего компонента. И вот вы можете видеть, вы можете этот fancy border передать в него внутрь какой-то заголовок, вот мы увидим welcome, и какой-то параграф. И они отрисовываются внутри. То есть в том числе, что мы можем сейчас сделать? Давайте попробуем сделать следующее. Я сейчас создам какой-то еще дивчик, например, как базовый элемент, да? Давайте постараемся максимально ничего не сломать. Сейчас ничего не поменялось. И давайте этот же fancy border мы добавим еще раз. Причем вы видите, сюда передаются свойства цвет. Можно посмотреть, я думаю, что тут есть за цвета CSS. Давайте поглядим. Есть blue. И, в принципе, больше ничего нет. Ну, давайте еще один добавим цвет. Давайте назовем его red. Какой-то красный такой бордер у нас будет еще. Добавим красный бордер. Так. Закроем теперь CSS. И давайте создадим еще один fancy border. И дадим ему цвет красный. То есть, ну, никакой магии здесь не происходит, разумеется. Что сейчас произошло? У вас есть div, в нем есть атрибут class name. В атрибут class name у вас передается два класса. Fancy border — это то есть сам базовый класс CSS для этого fancy border. И, соответственно, у вас есть еще один класс, в который вы добавляете значение, скажем так, цвета. Здесь есть базовый класс blue, то есть просто синенькая рамочка, которую вы видели до этого. Я добавил еще один класс для того, чтобы показать всю мощь этой композиции, и дал ему значение красный. И теперь сюда, когда мы будем добавлять другое название класса, будет выстраиваться fancy border, и сюда добавится значение красный. Да? И давайте с вами попробуем сейчас в эту штуку положить, например, какой-то тоже текст. Welcome, например, вот так, да, с восклицательным знаком. И вот мы теперь можем видеть, как это все работает. Да? У нас появился еще один, компонент welcome, и мы его обернули в красную, вот такую вот рамочку. Да? То есть вот у нас есть пример базовый именно в вот такой вот композиции компонентов. То есть вы можете объявить компонент, и внутрь него вы можете передавать детей, ну, то есть потомков. Да? И, допустим, вот в данном случае мы видим это вот рамки. Вы создаете базовый компонент рамки, и внутрь вы можете вкладывать что угодно. То есть, пользуясь вот таким базовым примером, как композиция, вы можете полностью избавиться от кейсов, где вам нужны какие-то общие свойства, либо общие, например, какое-то такое вот поведение ваших компонентов. Вы можете это общее поведение просто изолировать в отдельные компоненты. И при этом вы навсегда забываете про то, что вам нужно какое-то наследование и вот это вот все. Это очень базовый пример, но именно на таких базовых примерах можно понять, как это по-настоящему работает.
скажем так. Давайте посмотрим еще один пример. Если у вас вдруг есть вопросы, можете их задать в чатик. Я эти вопросики обязательно попытаюсь ответить. Ну вот мы здесь тоже видим, да, пример с панелями, да, то есть какая-то вот у нас есть, какой-то у нас есть, как мы видим, все начинается с рендера. В рендер у нас встраивается компонент, который мы хотим отрендерить, и куда мы его хотим отрендерить. То есть вот здесь у нас компонент app, мы его хотим отрендерить в элемент id root. Давайте для того, чтобы было совсем понятно, я открою еще HTML этого CodePen, да? И мы видим, здесь у нас есть div id root. То есть это то, куда мы начнем присоединять наше React-приложение, другими словами, да, то есть куда мы присоединим наше React-приложение. Здесь используется тот же самый подход, да, вот вы видите, здесь используется getElementById root, и опять же, куда мы присоединяем наш welcome dialog. Вот он, welcome dialog, и он присоединяется в то же самое id root, если вдруг этот момент кого-то сконфьюзил, да. Итак, что здесь происходит? Здесь тоже есть такой хороший пример, который называется render props. То есть мы передаем props то, что мы хотим отрендерить. Да? В данном случае это вот у нас есть контакты и есть у нас чат. И мы видим, что здесь есть left и right. Что же это такое? Давайте посмотрим на split pane. Итак, split pane внутри выглядит как просто кусочек разметки. Да? То есть мы имеем два класса left и right. То есть мы можем посмотреть на эти элементы, которые его выводят. И вот мы видим, это просто left, и у нас float left, и right, в котором есть тоже float left. Да, ну, они просто выравниваются налево. Если кто-то вдруг забыл, как работает float, привык уже настолько к флексам, да, они просто наслаиваются один на другой. Мы им задаем просто разную ширину. Да, это синенькой, да, вот этой штуки, которая split pane left, мы задаем ширину 30%, другой штуке мы задаем ширину 70%. И поэтому они вот так становятся одна за другой. В том числе мы можем видеть, что все это описано в CSS в самом CodePen. Здесь как бы тоже никакой магии. Все очень просто. Внутри мы передаем свойства для отрисовки. То есть вместо children мы передаем props left и props right. То есть мы отрисовываем прямо внутри те компоненты, которые мы хотим. Слева и справа. Ну, давайте с вами попробуем, например, сейчас не отрисовать какой-нибудь из компонентов. Допустим, мы не отрисуем сейчас правый. Давайте я сейчас вероломно сделаю что-нибудь вот такое. Что-нибудь типа вот так. Что же произойдет? И мы видим, да, что справа у нас просто ничего не отрисовывается. То есть этот компонент, он контролирует именно отрисовку вот этих вот двух панелей. Да, и мы видим вот через render props это все работает таким образом. Итак, теперь давайте посмотрим, что же происходит в самих панельках. Да, и мы видим, что контакт — это просто div контакт, просто обычный divчик с классом контакт и div с классом чат. Да. Ну, мы тоже видим здесь довольно простые свойства. Там background и ширина-высота. Соответственно, это тоже пример композиции, который основан на свойствах, на props. То есть, когда мы передаем props, мы можем с ними хорошо работать и в том числе использовать их для того, чтобы отрендерить что-то внутри. Вот такой базовый пример композиции. Итак, давайте, я люблю вот такой вот опрос устраивать. Да? По 10-бальной шкале. Оцените, пожалуйста, насколько вам понятно, что я вам сейчас показывал, именно с точки зрения того, в каком порядке все это размещается, то есть с точки зрения функциональной композиции. Естественно, я понимаю, что если вы впервые видите React, для вас это выглядит немного странно. При этом основная мысль, которую я сейчас хотел именно показать, именно как мы композируем между собой элементы. Вам для этого не обязательно знать, как работает рендер, как работает еще что-то. Вам для этого достаточно видеть ровно то, что я показал. А именно, что компоненты из себя представляют некоторые такие вот функции, которые в дальнейшем, вот мы видим, да, компонент Fancy Border, который мы в дальнейшем можем отрисовывать с помощью JSX. И композировать мы можем с помощью свойств, а именно, как вы видите, есть свойства, которые мы объявляем в JSX здесь, и передаем, отрисовываем их сюда.
А также мы это можем делать с помощью дочерних свойств. То есть мы передаем дочерний элемент и обращаемся к нему в свойствах через свойство children. Я надеюсь, это немного вам приоткрыло завесу над тем, что такое функциональная композиция. Конечно, безусловно, вы бы намного лучше поняли, что я показывал, если бы у вас были хотя бы базовые знания того, что такое React, что такое JSX. Да? Но вы сами понимаете, время данного вебинара ограничено, и поэтому мы раскрываем какую-то конкретную прикладную тему. Да? Если хотите узнать больше, приходите к нам на курс, и мы раскроем весь React, потому что это не сделать действительно за один коротенький вебинар. В React есть проблема, это многообразие, в котором легко потеряться. Тут действительно очень много всего. Появились недавно хуки, и начинается разговор про то, что классы больше не нужны, какие-то батлы, хуки, классы, что это такое. Начинают все бросаться использовать хуки, потом говорят, ой, что-то мы вообще не понимаем, что происходит, и возвращаются использовать обратно классы. И здесь вы не найдете правильный ответ. Это вопрос такой очень сложный, и в нем, я, наверное, бы даже сказал, правильный ответ, он зависит от условий, в которых вы задаете вопрос. Чем проверять типы? Да, есть prop types checking в самом React, есть TypeScript, которым можно проверять типы, есть flow. Что использовать, да? И вот это вот действительно иногда в React выбивает из колеи, что слишком большое разнообразие. Разумеется, что в процессе вы можете встретиться с какими-то решениями, с какими-то вы не встретитесь никогда. Все очень вариативно и все зависит от ситуации, да, скажем так. Поэтому я могу поделиться некоторым набором рекомендаций, которые я да, для себя уяснил. Но я сделаю это в конце, когда мы покажем roadmap по React, да, чтобы не, скажем так, не затягивать, да, время нашего вебинара. И я покажу сейчас на слайдах следующих только какие-то разные штуки, которыми можно сделать, в принципе, одно и то же. Опять же, есть Create React App, есть Webpack и Babel. То есть вот вы даже когда начнете, у вас будет такой вопрос, а что мне использовать? Мне использовать Create React App или Webpack с Babel? Да? Здравствуйте, React Native будем проходить. То, что касается React Native, есть отдельный курс на Odyssey, который мы проходим именно React Native. На том курсе, который будет запускаться, мы будем проходить React.js, то есть именно веб и вот это вот все. То есть React Native, там будет другой курс. Вообще, я немного могу сказать, что такое React Native. React Native, по сути, это ну, как бы тот же самый React. То есть если вы хорошо разбираетесь в React, дальше вам не будет проблемы начать что-то делать на React Native. React Native — это скорее дополнительная возможность, чтобы вам создавать мобильные приложения. Вот так бы я сказал. Ну, у меня вроде ничего вообще не изменилось. У меня микрофон на той же самой высоте. Но если вдруг мне еще слышно кому-то тихо, то посигнализируйте об этом, чтобы я понял, что какая-то у меня проблема. Я попробую, может, что-то переподключить. Итак, state, да? Есть Redux, есть MobX, даже внутри Redux есть Redux Saga, Redux Sunk и какие-то такие штуки. Так, мне стало слышно тише. Может быть, это что-то в самой трансляции уже непосредственно, потому что ну, у меня вообще никакие условия не изменились. Ага, теперь хорошо. Ага, все, спасибо. Наверное, что-то у меня там микрофон где-то отошел. Даже внутри редакции есть разнообразие. Это саги, санг, что использовать, зачем использовать. И как бы, ну, это, конечно, такой момент, что тяжело не попробовав понять, что конкретно вам надо использовать в данной ситуации. React роутер. Роутеров всего существует, по-моему, порядка 5, да, которых я знаю, очень популярных, с большим количеством звезд. Если мы будем брать все роутеры, их, наверное, очень много. Я даже их все наверняка и не знаю. Я нашел два самых популярных, например. Есть такой хороший подход, мне он очень нравится, это CSS in JS. И вот здесь мы видим, тоже есть очень много вариантов,
которые мы можем использовать. Итак, если подвести такой итог короткий, да, минусы React. Это высокий порог вхождения. Ну, не будем притворствовать, да, действительно, React тяжеловато изучить, потому что там очень большая, скажем так, проблема именно в инфраструктуре, потому что инфраструктура очень большая. Даже если взять тот же самый Redux, там опять надо перестроить мышление. Там идут pure functions, там идут middleware, все у нас идет там чистое, надо совсем по-другому научиться работать с объектами, с там, массивами, да, то есть как бы другая парадигма мышления, другой образ мышления. Чтобы выучить React, все-таки надо действительно много времени на изучение. Большое разнообразие, в котором легко потеряться. Ну да, и много времени на изучение. Да. Что я конкретно подразумеваю под тем, что нужно много времени на изучение? Если, конечно, вы берете какую-то технологию, любую технологию, как бы вам мягко не стелили с точки зрения маркетинга, что вы научитесь этому всего там за, там, не знаю, два коротких урока, это все ерунда, и, ну, это, разумеется, не работает в реальном мире так. Для того, чтобы стать в чем-то специалистом, нужно потратить очень много времени. И для того, чтобы стать хорошим специалистом, разумеется. Для того, чтобы начать что-то делать, ну, времени надо не так много. То есть вы начнете что-то делать, при этом это еще не говорит о том, что вы станете хорошим специалистом. Для того, чтобы начать что-то делать, времени надо, я бы сказал, не так уж много. Если правильно, опять же, выстроить свой процесс образования. Ну и давайте поговорим про то, что все-таки это очень сильная технология. Да? Работу найти очень много, очень легко. Скорее, очень сложно от нее отказаться, да? Потому что предложений на рынке сейчас очень много. Вот скриншот из LinkedIn, да, то есть 137 тысяч, 138 почти тысяч работ. Пожалуйста, как бы работу найти – это прям клевое дело. Но если вы тем более хороший специалист, то вообще прям очень легко. Как я уже говорил, много готовых библиотек и решений. Вот я просто показываю, опять же, скриншот из GitHub. Более миллиона репозиториев с, да, со словом React существует в GitHub. Да? Более миллиона. Ну, как бы, если вы даже об этом подумали и сказали, что, блин, неплохо было бы эту штуку запилить, она уже наверняка кем-то сделана. То есть React — это очень популярная технология. Соответственно, это ускоряет отчасти ваше время разработки. Если вы, конечно, сделаете правильное решение, что вы будете использовать. Скажем так, многообразие действительно — это проблема для тех, кто начинает. Когда вы только начинаете, у вас просто глаза ходят, бегают, вы не понимаете, куда идти там и все такое. Для тех, кто уже, ну, не то чтобы даже профи, а для тех, кто разобрался, что к чему, это уже будет преимущество. React реально содержит очень много хороших решений. Вот если вы изучите React и Redux, и Sagi, например, и начнете на этом писать, и начнете в этом хорошо разбираться, начнете писать все это с тестами, то да, вы вообще прям очень хорошо разберетесь в программировании и поднимете свой уровень, прям на другой уровень. Next будем использовать. У нас, кажется, есть в теме нашего курса сервер-сайт рендеринг. И не могу точно ответить на этот вопрос, но если я все правильно помню, у нас есть тема сервер-сайт рендеринга. Конкретно будем ли мы смотреть Next или нет, я сейчас вам не могу ответить. Ну, кажется, что-то такое у нас там было. Что больше используют для бэка, когда React на фронте? Java, Node.js? Да вообще, не, если вы используете REST или что-то там, GraphQL, то какая разница, что вы используете на бэке? Это вообще не имеет никакого значения. Абсолютно. Что чаще используют для бэка? Ну, когда я работал в React-проектах, ну, по-разному тоже было. То есть один раз использовали Node.js с TypeScript.
Другой раз я даже не знаю, что там вообще использовали. У нас был какой-то бэкэнд, мы к нему прикручивались. То есть просто был REST API. Может быть, и можно было как-то об этом догадаться через какие-то там заголовки и так далее, и так далее. Но как бы мы даже не запаривались по этому поводу. У нас был REST и как бы окей. А когда курс по React Native стартует? Тут как бы я тоже не подскажу. Вам лучше задать вопрос на Аутосе, как вам записаться на курс по React Native и когда он стартует. Тут, откровенно, Руслан, простите, не могу сказать. На React вы можете писать приложение действительно любого уровня сложности. Я последний раз разрабатывал игры на React, и это было круто. Мы писали с использованием SVG на React с использованием SVG. Это очень было круто. То есть можно делать действительно очень сложные, очень такие нагруженные, интерактивные фронт-энд приложения. Простите. Пользуясь React, вы можете писать в любом стиле. Это тоже как бы правда. Действительно, вас никто не будет заставлять как-то писать, там, вот, придерживаясь таких строгих правил или... Вы можете писать, как вам хочется. Не хотите использовать JSX, вы можете не использовать JSX. Не хотите использовать там что угодно, вы можете это не использовать. В React вас никто ни к чему не принуждает. Когда в мире JS выберут самый лучший, единственный SPA фреймворк? Вопрос, да, такой очень хороший, да? Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что когда остается только один самый лучший и единственный, это, скажем так, вообще нехорошо. Это скорее конец, чем начало чего-то хорошего. Только в конкурентной борьбе может рождаться что-то хорошее. То есть вот сейчас потихоньку умирает Mozilla Firefox, и, возможно, останется только один браузер Chrome. Кто-то ликует и говорит, что это очень хорошо. Эти люди просто забывают, что было, когда доминировал на рынке браузеров такой знаменитый браузер. Он доминировал более 10 лет Internet Explorer. Ничего хорошего с этого не получилось. Если провести параллель, да, если один человек очень долгое время занимает высокий пост, он начинает сходить с ума, и ну, потом дальше ему просто не надо париться. Зачем ему вообще думать хотя бы о чем-то, если как бы... Я один единственный, я самый лучший. Вот если вам бы с детства говорили, что вы самый лучший, самый хороший, то какая у вас была бы мотивация делать вообще хотя бы что-то? Поэтому здесь ответ такой. Пока есть, скажем так, конкурентная борьба, мы будем видеть большое количество интересных прорывных решений. Какой стек был у проекта игры на React? Мы использовали React, Styled Component, SVG, Redux, Sagi. Это основной стек. По новому фреймворку в день это огонь. Ну, откровенно сказать, я не вижу по новому фреймворку ни в день, ни в неделю, ни в месяц. Вообще от слова совсем. Продолжительность одного урока сколько по часам? Примерно 1,5 часа. Иногда чуть больше, потому что не успеваю. Ну, я думаю, что больше это, наверное, не есть хорошо. Больше это, наверное, вы уже сидите потом и не понимаете, что происходит. Итак, что я рекомендую вообще всем людям, которые, скажем так, развиваются как программисты? Много говорят про объектно-ориентированное программирование. Вы можете найти целую кучу всяких учебников по объектно-ориентированному программированию, в котором в 100-500 раз вам напишут базовый класс Animal и от него Cat и Dog, или базовый класс какой-нибудь car, и от него там какой-нибудь Ferrari и там BMW. И вот эту вот ерунду будут показывать из одного и того же учебника из раза в раз, и при этом вы будете читать это многократно, и ваш уровень как разработчика расти будет очень, скажем так, слабо, да, очень медленно. Мою, скажем так, карьеру очень сильно подстегнуло, очень сильно
Ну, скажем так, мой персональный навык как программиста, мой так скилл очень сильно изменило понимание функционального программирования. Это действительно очень сильно увеличит ваш, ну, скажем так, ваш скилл очень сильно. Я могу провести параллель. Вот, допустим, вы прочитали паттерны программирования, паттерны проектирования, прочитали нахваленную книгу там GOF, да, Gang of Four, да, например. Это ваш, скажем так, ваш навык поднимет, например, на 10%. Если вы хорошо проникнетесь тому, что такое функциональное программирование, это ваш навык поднимет, например, сразу же на 50%. Если вы действительно научитесь правильно и качественно это использовать. Вот это не шутка. То есть это действительно так. Письменные материалы будут. Письменные материалы, что вы имеете в виду? Ну, у нас будет презентация на уроке, у нас будет ссылки на документации, будут домашние задания. То есть у вас после урока будет оставаться презентация, видео, домашнее задание и полезные ссылки на полезные материалы. То есть я очень рекомендую вот такую замечательную книгу всем и всегда. Это действительно самый адекватный гайд по функциональному программированию. Почему сложно изучить функциональное программирование? Потому что очень часто они перегружены, эти книги, математикой. Они перегружены академической сложностью. То есть въехать в функциональное программирование там, да, до этой книги у меня, наверное, точно бы никогда не получилось. А вот после этой книги, да, у меня получилось очень-очень хорошо. То есть книга просто замечательная. Тут есть живые примеры. Очень хорошая книга. Я ее всегда рекомендую и я надеюсь, что когда-нибудь кому-нибудь это поможет. Скинул книгу в чат. Рекомендую вам когда-нибудь этим заняться. Желательно сегодня. Нет лучшего дня, чем сегодня. По React есть... И да, еще два слова. Почему функциональное программирование вообще важно? Потому что такая штука, как Redux, она строится на базовых основах функционального программирования. Это immutability, это pure functions и вот это вот все. То есть даже освоив базовые основ функционального программирования, вы действительно начнете писать код намного лучше. Главное это правильно понять, разумеется, и попробовать набить ошибки. И после этого, да, вы действительно станете писать намного лучше. Функциональное программирование – это то, что было до ООП? Откровенно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Было ли это до, было ли это после? Мне сложно ответить на этот вопрос. Я точно могу сказать, что я помню по истории развития языков программирования, что, кажется, 60-й год – это появление языка C. 60 какой-то, кажется. Да? В каком году появился язык Haskell? Я тоже помню, что это где-то середина 60-х, кажется, или там какие-то 70-х. Мне кажется, это концепции, которые развивались все-таки где-то параллельно, наверное. Либо они развивались одновременно, либо функциональное программирование появилось после. Давайте загуглим, интереса ради. Я не буду болтать всякую ерунду, да? Я просто загуглю. Вот так, наверное, да? Оно реально выросло, да, из лямбда калькулюса. Это такая часть, область математики. Лямбда калькулюс, да, это теоретический фреймворк, который описывает функции и теорию исполнений функций. Да? Ну вот Lisp это 50-й год, да, например. 50-й. Так как это все выросло, видите, еще из математики.
Вот давайте посмотрим, когда вообще была основана лямбда калькулюс, да. Пища introduced им, короче, 1930 год, да. Это еще в математике этот foundation, да, скажем так. Но опять же, просто дело в том, что, скажем так, почему это сложно было изучить, потому что все вот идет из математики, из лямбда калькулюса, да. Мало кто может это осилить через вот такую вот академическую область знаний. И именно поэтому, наверное, я бы сказал, с этим тяжеловато все-таки взаимодействовать. Алонзо Чоч. Ну да, в 1930-е. Лямбда исчисления. Да? Но опять же, это, видите, это лямбда калькулюс. Это же ведь не сами идеи программирования. Понятно, что лямбда калькулюс, он возник в 30-е годы, да, вот сейчас, как мы в Википедии прочитали, да. Но вот первое там использование это в Лиспе в 50-е годы. Все-таки это немножко, скажем так, другая история. Да? То есть, ну, в 40-е не знаю, вот вроде там написано в 50-е Лисп появился. Так что вот как-то так. А в 30-е появилась сама работа по лямбда калькулюсу. Да? Ну, вроде я так прочитал. Это связано с лямбда-функциями в Яве 8. Да, поэтому их не могли так долго релизнуть в Яве 8. Потому что они, наверное, не могли лямбды калькулюс там никак разобрать. Вот. Ну, я не думаю, что это связано реально вообще с языком Java. В языке Java вообще все очень плохо с функциональным программированием. Это как раз самый такой, наверное, топорный ОП-подход, который я вообще когда-либо встречал. Именно поэтому я так не люблю Java. Или Java, не знаю, как правильно сказать. Какой использовать... Рекомендую я IDE вообще не только для курсов, а в принципе я пользуюсь VS кодом. До этого я пользовался веб-штормом долгое время. Я стал, наверное, даже на каком-то этапе своей жизни рабом веб-шторма и вообще ничем другим не мог пользоваться. Но потом VS код позволил мне действительно с него соскочить и начать немножко, скажем, с чистого листа свою карьеру, потому что реально какое-то время я вообще не мог писать код без веб-шторма. Сейчас могу сказать, что действительно есть только две, наверное, достойные IDE, в которых все автоматизировано, в которых там вообще все клево. Это, наверное, VS Code и веб-шторм. Если вы хотите инструменты какие-то более низкоуровневые, если вы там любители там таких вот низкоуровневых штук, то это Atom там и вот эти вот этот вот множество редакторов. По поводу архитектуры. Есть очень классная такая вот архитектурная парадигма, называется она DAX. Это именно то, как строить React-приложение, React-Redux-приложение. Вот эту архитектуру я очень люблю, и я ее тоже всегда всем рекомендую. Да? Вот, кстати, список, да? Coding styles тут какие-то. Ну, в общем, я думаю, что вы про историю языков программирования можете и без меня почитать на Википедии. Очень интересная идея. То есть я видел множество решений, когда экшены, редюсеры, экшен-креаторы раскладывали по разным полкам. Через какое-то время в этом совершенно нельзя было разобраться. Набор таких строгих и очень классных правил, который позволит вам делать структуру вашего решения понятной и читаемой. Рекомендую почитать. Это не long read. Вот, в принципе, все. Это все. То есть один раз прочитать, понять, что здесь написано, и после этого вы сможете нормально организовывать ваши приложения. Я вижу, что я открыл врата прям какого-то холивара, да? В каком году кто что придумал? Я могу сказать, что, наверное, это не так важно даже, да? В каком порядке это все придумано. Скорее важно все-таки, что
объектно-ориентированное программирование, моя мысль, да, может быть, она будет, скажем так, интересна. Объектно-ориентированное программирование – это, на первый взгляд, гениальная концепция. Она очень простая, на ней, ну, то есть она кажется очень притягательной, потому что вы вроде как описываете объекты из реального мира. В действительности вы крайне редко сталкиваетесь с тем, чтобы у вас были действительно какие-то там сложные цепочки взаимодействий, в которых у вас есть большое количество там потомков, и в которых вы реально можете вот эту вот всю красоту объектно-ориентированного программирования реализовать. Я видел множество решений, например, на той же самой Java, где, с которой мне пришлось поработать. Я не очень этого хотел, но мне пришлось когда-то с ней пересекаться. Когда ты идешь по цепочке потомков, и у тебя там дерево из двух десятков там каких-то вообще непонятных потомков, и после там третьего слоя ты понимаешь, что ты уже вообще ничего не понимаешь, и это просто какая-то ерунда. И эти слои абстракции, они плодятся сами по себе, потому что вам для того, чтобы что-то там сделать, надо объявить интерфейс, потом от него там отнаследоваться, там сделать там целую кучу манипуляций, которые, опять же, искусственны, для того, чтобы заработала какая-то очень простая штука. Именно это вот в объектно-ориентированном программировании это главная проблема, это избыточное количество абстракций. Количество абстракций надо пытаться сдерживать, надо их пытаться сокращать. А в объектно-ориентированном программировании вы просто это неизбежно вас ведет к появлению большого количества абстракций. Абсолютно ненужных и абсолютно бесполезных. Вот как бы главный такой вот, главная ахиллесова пята объектно-ориентированного программирования. Я это так думаю, мне так кажется. Вот то, что в функциональном программировании, в принципе, абсолютно нивелируется. В React есть замечательная поддержка TypeScript. Мне очень нравится этот язык за счет того, что вы можете писать типы, которые реально работают. В отличие от Flow, в отличие от PropTypes, вы можете написать очень сильную систему типов, используя TypeScript, которая реально работает и реально помогает вам. У меня была практика работы с Flow. Это вообще не работает. Это только создает вам проблемы, и вместо того, чтобы решить проблему с типами, вы поддерживаете какую-то инфраструктуру, которая просто вам не помогает и не работает. Поэтому TypeScript сейчас стал все-таки де-факто, не постесняюсь этого слова, он стал де-факто стандартом, который есть у React. Безусловно, вы можете его не использовать, можете использовать JavaScript. Могу вам сказать, что без TypeScript сделать что-то вменяемо сложное очень тяжело, потому что без системы типов, без вот системы этой сигнатуры, сравнения сигнатур, очень сложно работать. Предсказать, как будет себя вести ваше решение без системы типов, очень тяжело. Поэтому я рекомендую, так скажем, ознакомиться с TypeScript, поработать с ним. Это очень сильная технология. Да, интро в TypeScript будет на курсе. И в преамбуле, ну, то есть вот в этом блоке подготовления к курсу, там тоже будет про TypeScript. Мы еще раз на курсе повторим основные базовые штуки, и если вдруг у кого-то откроются какие-то там недостатки, то, по крайней мере, мы дадим направление, куда надо двигаться. Но вообще главное, что можно, наверное, получить от любого курса, это скорее направление грамотное. С вами может какой-то специалист поделиться опытом и дать вам грамотное направление. Потому что курсы рано или поздно заканчиваются. И вам после них, ну, я люблю эту фразу, вам после них придется уйти во взрослую жизнь. И вот когда вам дали правильное направление, правильные места, где смотреть какие-то штуки, где смотреть документацию, чуть-чуть открыли вам кругозор, дальше после этого вам будет намного проще двигаться. Так, ну... Итог, да, что в React все-таки надо признать, у него высокий порог входа. Я пришел в React, например, на моем примере, из Angular. Когда второй Angular накрылся, ну, как мне показалось, да, а первый Angular уже стал просто морально старым, я перешел в React.
У меня был уже довольно богатый опыт разработки на JavaScript, и при этом я потратил много времени для того, чтобы научиться что-то делать на React. И я реально помню это, что я прям сидел, Redux, что это вообще такое, что это, как это, почему это так? У меня было много вопросов, очень много вопросов, и мне было сложно. Учитывая то, что у меня уже там был опыт, я условно там несколько, как минимум, лет уже на JavaScript делал какие-то штуки, мне было сложно. И у меня был такой прям момент такого шока. И на тот момент, когда я, помню, начинал, тогда еще вообще людей искали с офигенным опытом React, хотя React там в публичном доступе был там 1,5 года, да. И он там в 15-м, по-моему, году уже был в публичном доступе, на нем что-то начали первое делать. Типа уже там искали людей там, с невероятным опытом, да, хотя еще только-только все учились на нем что-то делать. Итак, давайте разберем пример кода в маленьком таком приложении. Я думаю, что это будет очень полезно. Что из себя представляет это маленькое приложение? Давайте откроем и посмотрим. Давайте для начала я это дело запущу. У меня все открывается в этом окне. Прошу прощения. Я сейчас чуть-чуть подраздвину адресная строка, чтобы браузера была доступна. И попробую это дело открыть вот здесь. Так, вижу вопрос в чате. А с дефолтными контекстами React это как-нибудь работает вообще, или же это преимущественно Redux? Я не совсем понял, о чем вы говорите про TypeScript в React контексте, да, или о чем? Итак, что из себя представляет это приложение? Приложение лежит на GitHub. Я скину на него ссылку. Что это вообще такое? Это, в принципе, бойлерплейтик, такой маленький-маленький минимальный бойлерплейтик, который я напилил для того, чтобы нам было просто разобраться с тем, что такое Babel, что такое Webpack, как это все работает. Это такой тестовый проект для наших студентов, да? Не про TypeScript. Я про React Use Context. А что тогда вопрос? Это работает с дефолтными контекстами? Вот я просто читаю вопрос, пытаюсь понять, а с дефолтными контекстами React как-нибудь работает вообще, или это преимущественно Redux? Я, откровенно говоря, не понимаю, ну, о чем вы, что это работает. Можете чуть-чуть как-то переформулировать немножко вопрос, может быть? Я тогда пойму. У редаксом под капотом вроде контекст. Ну, я не могу сказать, что там под капотом контекст. Могу, конечно, ошибаться. React Redux, по-моему, все-таки под капотом контекст. Давайте попробуем посмотреть, да, интереса ради. Нас интересуют исходники, нас интересуют, наверное, компоненты, и нас интересует, наверное, провайдер. Они уже сделали сейчас все на хуках, да? Итак, контекст. React, да, контекст или контекст. Так, давайте посмотрим теперь контекст. Или create context. Да, используется контекст. В провайдере используется контекст. Да. Мы провайдаем через контекст провайдер, value и передаем туда ребенка. Да.
Вы совершенно правы, Магомед. При работе со стейтом используют контекст или же обычно используют Redux? При работе со стейтом в 99, наверное, процентах случаев используют все-таки Redux. Ну, сейчас набирает обороты MobX. Может быть, я говорю какую-то цифру не очень такую, да? 99% или там. Ну, много используется, когда Redux, я так скажу. Я вот на своей практике, например, с MobX никогда не сталкивался. Итак, что же это за приложение? Да? Приложение это работает следующим образом. Да? Здесь, во-первых, от самого корня у нас используется роутер. Давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Рендерится app в ID root. Давайте, наверное, я немножко начну сначала. Вдруг кто-то пришел, впервые что-то видит. Да? Во-первых, разумеется, здесь в корне лежит индекс HTML. Это та HTML, куда у нас происходит, куда происходит вообще коннект нашего приложения. Вот этот div id root – это то, куда наше приложение, то, что наше приложение использует как точку входа. А я еще заодно обещал показать, как работает Redux. Да? Давайте, наверное, сразу это сделаю. Ну, в смысле React Debug Tools. Да, вот он у меня установлен, просто... Так. Он у меня был установлен, просто когда React нет на страничке, да, профайлер не появляется. Ну, в общем, мы можем, кстати, вот видеть, да, как работает профайлер. Чуть-чуть посмотрим как раз про это. Да, Антон, я вас понимаю, что работа с контекстом вам показалась болью наяву. Это просто был, наверное, адовый опыт, если вы что-то большое делали. Да, тяжело. Ладно, давайте я, наверное, не буду переключаться с темы на тему. Начну с того, как приложение отрисовывается, куда оно отрисовывается. Потом мы посмотрим Debug Tool. В контексте нашего приложения. Итак, вот мы можем видеть, да, вот наш div id root – это то, что используется как точка входа в нашем индекс HTML. И мы можем видеть, что это действительно просто индекс HTML. Вот он наш head, сюда передается title, вот он здесь отрисовывается. То есть, а внутри уже происходит вся вот эта вот реактовая магия. Да, то есть внутри вот уже отрисовывается наше приложение. Итак, что же из себя представляет это наше замечательное приложение? Как вы видите, здесь внутрь в рендер передается компонент, который используется как та самая точка входа, точка привязки нашего приложения, которая начинает отрисовываться вот в нашем div id root. Итак, что же из себя представляет app? Давайте посмотрим. App – это просто функциональный компонент, который отрисовывает роутер. Роутер – это тот самый React-роутер. Можно как раз посмотреть, как он выглядит. Разумеется, мы не сможем вникнуть за несколько минут в то, как работает React-роутер. Я могу сказать общие какие-то штуки. Вы видите ссылки, которые размещаются через link. Link – это тоже, как вы видите, специализированный компонент в React-роутере, который вы можете импортнуть. Он нас без редиректа ведет на нужную нам локацию. И вот одна из таких локаций, на которые я перешел, это вот какое-то ID. И я вот могу сюда передать, например, какое-то ID. Так, у меня там отвалилось приложение, наверное. А, не зарезовывалось, да? Ну да, это чуть-чуть сложнее, но, в общем, это какое-то ID, да, то есть страничка с каким-то ID, то есть компонент какой-то ID. Когда мы на него переходим, вот, просто у меня нет такого роута, да, поэтому это не работает. У нас отрисовывается какое-то ID. Вот вы видите, здесь передается заголовок H1, и внутри мы ловим проб, у него смотрим вхождение параметров и отрисовываем здесь ID-шку. Это стандартная тема, которая позволяет нам обратиться к тем параметрам, которые мы передаем через get.
То есть я могу сюда передать, вот сюда, вместо этого ID, например, раз, два, три. И у меня, вы видите, отрисовывается ID раз, два, три. Это базовая работа именно с роутер такими параметрами. Да? Могу передать сюда любую штуку, и она просто здесь отрисовывается. То есть это вот такой вот очень элементарный компонент, который отрисовывается именно в самом роуте. Это вот пример такого самого элементарного компонента. Причем обратите внимание, что я у Route Component Props типизирую этот параметр ID. Да? То есть если, наверное, я сейчас попробую передать еще какой-то параметр, например, param равен 1, и здесь я сейчас добавлю еще один параметр, param, и задам его как string, тоже пускай. Да, param. И давайте я попробую сейчас добавить сюда еще одну дополнительную штуку, param, и отрисую туда наш param. Так. Я к нему должен обратиться через props, match, params, param. Думаю, так должно сработать. Param. Так, он у нас не пришел. Попробую вот так сейчас это выровнять. И давайте посмотрим, ладно, что у нас приходит вообще в список параметров. Это было бы интересно. Он у нас сейчас, наверное, не захочет отрисовывать объект, да? Угу. Давайте его тогда JSON stringify. И посмотрим, что у нас сюда придет. Да, чтобы обратиться к, наверное, дебаггеру, давайте с вами сделаем следующее. Вот так. Ну, давайте передадим вот так. Угу. Да, вот у нас пошел. Наш параметр отрисовался. Да, я просто неправильно передал параметр. Да? Спасибо за подсказку. И вот мы видим, да, сейчас у нас передался наш param. Я переведу вот на эту строчку. Но только сейчас не совсем правильно отрисовалось, наверное, то, что мы хотели в плане ID-шки. Давайте я передам. Так он вводит. Да, ну, в общем, с параметрами, да, здесь... Самое главное, что я хотел показать, именно вывод параметра Q, который у нас точно передается в параметр ID, который к нам приходит через роутер. Да? Не буду здесь заниматься какой-то дополнительной фантазией, иначе мы можем просто сейчас с этим тоже долго проковыряться. Самое главное, мы в home передаем любую ID-шку, и мы попадаем сразу же вот в этот вот компонент. Но это да, но я хочу, чтобы у меня отрисовался именно параметр ID как не как getParam, а чтобы он у меня через pass сюда попал. То есть тут немножко такая мудрая схема, да? Видите, у меня здесь pass просто принимает первый параметр ID. Если я сейчас здесь именно в pass передам еще, наверное, один параметр, вот каким-нибудь таким образом, например, какой-нибудь там param, да? И здесь я сейчас возьму и объявлю param, то тогда, я думаю, будет все так, как я ожидаю. Вот так. И сюда я тогда сейчас передам, например, еще один параметр. Я думаю, что должно, наверное, все сработать. При этом мне надо, наверное, сейчас передать сюда еще один параметр. В ID попадал весь запрос, да. Ну, в общем, здесь надо будет проковыряться с этой очень хитрой такой схемой, с этим параметром, который туда попадает, да, с двумя параметрами. В общем, вы с этим можете тоже самостоятельно потом в дальнейшем поиграться. То есть это такой муторный иногда процесс с тем, как подготовить какой-то конкретный ID-шник, который вас куда-то ведет. Давайте посмотрим сейчас более такую какую-то презентабельную штуку. Например, есть Giphy Search, такое вот маленькое приложение внутри.
То есть вы пишете сюда какое-то, например, слово, да, а он вам ищет по GIF и search просто набор гифок. Не подскажете, как поисковики SPA индексируют? Насколько я знаю, сейчас Google точно может выполнять JavaScript. То есть, в принципе, если вы кладете туда валидный сайтмап, он даже показывает контент какой-то определенный. Вот давайте, например, набьем сюда cats. И он нам выводит набор котов. Вот мы видим какие-то котики, да, из Giphy Search. Итак, как же это работает? Когда мы совпали по пути поиску с Giphy Search, мы рендерим внутрь компонент Giphy Search, который вверху у нас импортируется. А Яндекс... Надо смотреть в доку Яндекса, что они там говорят про поиск. Но, насколько я знаю, все используют все-таки сервер-сайт рендеринг, так или иначе, потому что кроме Гугла есть Яндекс, есть DuckGoGo, есть куча других поисковиков, и как ни крути, нужно использовать сервер-сайт рендеринг, писать ту же самую систему роутинга и отрисовывать статическую версию контента. Для разных целей это полезно. И для презагрузки, так скажем, пребилдинга странички, для увеличения скорости отклика, ну и в том числе для поисковых систем. Так что полезно строить все-таки сервер-сайт и там, статическую версию сайта. Итак, у нас есть компонент Giphy Search. Давайте его откроем и посмотрим на то, как он выглядит. Здесь внутри вы видите, есть ссылка, токен. И, соответственно, внутри здесь происходит вся логика. То есть мы отправляем поисковый запрос. Вот пример, кстати, такого вот более или менее сложного компонента, именно, да, где мы используем и хуки, и там какой-то запрос асинхронный. И в итоге рендерим контент. Будет, наверное, интересно сейчас попробовать эту штуку как раз-таки подебажить и посмотреть, что с ней происходит. Во-первых, конечно, я всегда пользуюсь дебаггером. Если что-то более или менее серьезное, я, разумеется, использую дебаггер. И мы с вами, пользуясь дебаггером, можем посмотреть какую-то базовую штуку. Например, того, как происходит рендеринг нашего компонента. Давайте добавим по точке остановки каждый из lifecycle хуков и в каждой из методов, чтобы нам было интересно посмотреть, как это все формируется. Итак, давайте я попробую сейчас перезагрузить страничку и посмотреть, что произойдет. И первым делом мы попадаем в конструктор. В конструкторе у нас инициализируется state. И в конструкторе вы можете увидеть такую вот конструкцию bind. Это вот как раз-таки в тему того, что происходит с тем, что происходит в плане работы с ванильным JavaScript. И каким это может в конечном итоге привести все-таки проблемам, что вы, допустим, там, где-то не понимаете, что как работает. Вот, допустим, bind — это метод стандартный, который используется для привязки контекста. И если вы его не используете, то тогда в рендере у вас может произойти потеря контекста. И это приведет вас к печальным результатам, к каким-то ошибкам, которые вы будете знать, как разрешить. Для того, чтобы разобраться, что такое bind, я рекомендую посмотреть официальную документацию чуть более подробно. Здесь есть прям такой пункт про binding. Он прямо вот с самого начала начинается. И тут очень подробно прописан класс, почему нужно байндить что-то, да? Вот такая вот вам отсылка. Ну и на Learn JavaScript вы можете найти тоже, как работает bind. Очень полезно почитать, разобраться с тем, почему это происходит. В целом мы инициализируем state, и мы bindим наши методы для того, чтобы не потерялся контекст при выполнении обработчиков. TSX — это смесь JSX и TypeScript. TSX — это просто расширение файлов, которые нужно использовать для того, чтобы у вас type-checking TypeScript работал в вашем файле. То есть TSX — это просто формат расширения файла, в котором есть внутри TypeScript и в котором есть JSX. Просто по-другому у вас типизация в этом случае не будет работать из-за namespacing. Там такая вот особенность есть. Вы не можете просто написать TS. Надо написать обязательно TSX.
Итак, после инициализации стейта и привязки контекста мы вызываем рендер первый раз. Да, то есть мы возвращаем наш рендер. Что же происходит потом? Потом у нас вызывается lifecycle hook component didMount. И у нас в консоли выводится, что он у нас примонтирован. И мы в search input по умолчанию задаем какой-то там sum, да, какой-то там ищем какие-то там гифки. Итак, после того, когда мы задали state, у нас дергается component should update. Или should component update. Да? И мы здесь ручками сверяем, надо ли нам обновлять компонент или нет. Если поменялся search input, либо если поменялся массив изображений. Да? Итак, мы решили, что нам нужно перерендеривать. Мы вызываем снова рендер. После этого происходит компонент didUpdate, так как поменялся search input, так как был изменен state. После того, когда произошел компонент didUpdate, мы запускаем проверку search input, то есть если search input не совпадает, и если в search input больше двух символов, то мы в этом случае запускаем поиск нашей гифки по вот этому нашему ключевому полю. Итак, мы сейчас поменяли search input, так как мы сразу изменили state, и мы должны попасть в... А, в этом случае еще не изменили, да? Мы просто сразу же попали в search, да, зашли внутрь метода, да? И вот мы видим search term sum. Соответственно, дальше мы будем запускать запрос на сервер и вернем из него данные. Итак, когда у нас отработал запрос, да, это нужно писать даже не просто в Redux Store, а здесь нужно писать это все с использованием middleware. Это конкретный пример, в котором мы используем lifecycle хуки React. И он сделан именно для учебных целей, чтобы посмотреть, подебажить, как работает state. То есть данные, которые вернулись нам, мы их устанавливаем в state. После этого мы проверяем, надо нам обновлять приложение или нет. Запускаем снова рендер. И после этого мы снова запускаем component didUpdate. И когда мы понимаем, что у нас ничего не изменилось, мы уже рисуем наши картинки на экране. Да? Вот такой пример, как мы, например, дебажим код с помощью дебаггера, именно JavaScript код. Теперь, что же у нас есть такого в профайлер? Опять же, я покажу очень обзорно. Профайлер — это такая штука, которая позволяет вам изучить действительно, что происходит в вашем компоненте. Вот сейчас мы записали кусочек сессии профайлера, и вы можете видеть, сколько времени рендерилось ваше приложение. Да? Каждый из компонентов сколько раз перерендерился, да? Какое время рендеринга каждого из компонентов. Вот вы видите. Это очень подробная дебажная информация, которая позволяет вам сделать выводы, где и какой компонент у вас проседает по производительности. И это просто великолепный инструмент, который появился в последних версиях React. Позволяет вам действительно увидеть очень подробную информацию, например, по рендерингу вашего приложения. Можно посмотреть все дерево ваших компонентов. Вот вы видите не просто дом, а вы видите именно конкретно React-компоненты. Помните, как мы это все организовываем на уровне точки входа? Вот они ссылки, вот они роуты. И вы это можете видеть прямо в дебаггере, где находятся ваши ссылки, какие при этом у вас там дергаются компоненты, где корень роутера, вот ваши роуты, их тоже можно все посмотреть, да, куда мы в итоге пришли и что мы отрендерили. Какие при этом у нас передаются свойства, какой передается контекст, то есть вся необходимая дебажная информация, что позволяет вам очень круто дебажить ваш код. Вот, даже вы видите state компонента и что находится в state. Вот вы видите набор данных, которые приходят вам в state вашего компонента в виде изображений. И вот наш search input sum. Давайте поменяем этот search input. И вы видите, я поменял, у меня сразу же онлайн search input изменился. И давайте напишем сюда 1, 2, 3, 4. И вы видите, он здесь 1, 2, 3, 4. При этом и изображения тоже поменялись. Инструмент крайне крутой. Позволяет вам писать ваш код прям вообще без всяких проблем. Вот сейчас, кстати, можно посмотреть
Давайте home плюс ID еще раз посмотрим. И мы посмотрим, да, вот он наш пас, который попадает, да. И здесь, наверное, вот можно сейчас, оно же все попадет. А если мы вот так сделаем? Param равен 1, да? Так все равно не хочет, да, работать. Там еще просто может быть дело в... В PackDevServer там тоже нужны настройки какие-то дополнительные. Ну ладно, не буду мучить с этим кейсом, да, который многострадальный. Ну, в общем, профайлер – очень полезная фича. И компоненты – это тоже крайне крутая фишка, которая позволяет вам проанализировать ваш компонент, его стейт, что у него находится и так далее, и так далее. Классная тема. Всем рекомендую, да. Итак. Может быть, у кого-то какой-то вопрос есть по поводу увиденного, да? Может, кто-то что-то хочет спросить и все это время терпел, чтобы посмотреть то, что у нас происходит, да? Либо давайте мы уже переходим к следующей части. Ну, я буду мониторить вопросы, если вдруг такие будут в чате. И поделюсь, наверное, на сегодня последней ссылочкой, да? Это отличный roadmap для React-разработчиков. Что надо знать, что надо изучить. Есть вот такая вот хорошая статья. Мне она реально понравилась. И здесь есть вот такая вот карта, да, React-разработчик в 2019 году. И здесь есть набор вот таких вот общих там библиотек, там того, что надо знать, как надо знать. Оно помечено с какими-то приоритетами. Давайте сейчас, наверное, коротенько, реально коротенько уже посмотрю вместе с вами и сделаю какие-то там коротенькие пометки, чтобы вам было тоже понятно, да, что я имею в виду. И на этом тогда сегодня мы с вами закончим. Итак, вот мы видим, да, сначала нотацию. Обязательно для изучения. Полезно знать вариант на будущее. Какое время будут занятия? В 20:00 по московскому времени будут наши занятия. Итак, HTML, CSS, основа JS. Это прям вот если вы здесь плаваете где-то, дальше будет очень сложно. Вот я сейчас, да и вообще всю, наверное, сознательную жизнь я занимаюсь образованием. В последнее время я занимаюсь математикой. Да? То есть я очень много занимаюсь математикой. Это, наверное, все, чем я в последнее время занимаюсь. Только математика. Где-то больше последних, более полугода я занимаюсь действительно только математикой. Сейчас немножко меняю профиль, хочу больше заниматься, ну не больше, хочу полностью заниматься, погрузиться в Data Science. Поэтому я образовываюсь, и как бы главное, чем могу с вами в том числе по свежему опыту поделиться, если вы что-то не понимаете, как работает на нижнем слое, лучше не стоит идти куда-то выше, потому что дальше у вас начнутся просто танцы с бубном, и вы будете стоять на месте и потратить по итогу только больше времени. Поэтому основы – это наше все. Могу порекомендовать очень хороший ресурс для того, чтобы изучить JavaScript. Это Learn.js. По-моему, так. Learn JavaScript.ru, да. Очень хороший учебник. Все онлайн. Очень хорошие штуки. Именно на русском. Да? На английском материалов больше. Рекомендую то, что на русском. Да? Здесь действительно можно получить очень хорошие, стойкие основы. Если пройти все, порешать там какие-то задачки, которые там есть. Так, кажется, я закрыл чат. Сейчас, секунду, я открою чатик. Да. Так.
Наверное, вот он. Нет, не он. Извините за эту заминку, да? Я надеюсь, что я сейчас его все-таки где-то найду. Так, там наверняка было Отус. Да, чат. Итак. Сверну обратно. Ну, такое бывает, вы сами понимаете, все-таки это лайф, да, здесь всякое случается, иногда что-то закрывается. Поэтому такое дело. Хорошо. О чем я вообще говорил? Напомните мне, пожалуйста. Что такое React Children, для чего и что делать? React Children — это важнейшее свойство. Оно необходимо как раз для функциональной вот этой вот нашей композиции. То есть когда вы можете внутрь передать какие-то там, да, property, в том числе массив, например, функцию, любой валидный React Children элемент. Да, я говорил про основы, да, что не зная основ, действительно, ну, просто бессмысленно двигаться дальше. То есть, когда я начинал, я тоже там думал, что там, я сейчас там быстренько все, я там в университете там учил что-то там где-то там и так далее, и так далее. Да, ну как бы получилось так, что в итоге все совсем повернулось против меня, и мне пришлось с самого начала повторять, начиная чуть ли не со школьного курса. И основная идея в том, что тоже в знаниях очень важно. Если первый раз вы что-то поняли, вы во что-то действительно как бы врубились, да, и типа вот я знаю, как это работает, я понимаю, как это работает. В действительности это не так, к сожалению. К сожалению, я вижу такую тему, что если я один раз это изучил и врубился, вот вроде кажется, я понимаю, как это работает, то второй раз я это понимаю чуть лучше, а третий раз я уже закрепляю результат. Недостаточно даже один раз во что-то погрузиться. Я занимаюсь JavaScript очень долго, да, и наверняка я там уже проходил десятки собеседований, сам вел собеседования, там, и десятки, сотни уже, там, даже, потому что я помню, когда я проводил даже сам собеседование, мы формировали несколько отделов, полных департментов, то есть там были сотни собеседований, которые я проводил, наверное, сотни собеседований, на которые я ходил. И я, допустим, готовлюсь на собеседование тоже, там, прочитаю какие-то там последние штуки, да, в голове они у меня осаживаются. Потом я там, например, не хожу на собеседование или сам не собеседую людей. Проходит полгода, я это могу спокойно забыть. То есть это вообще нормальная практика. Есть, конечно, какие-то вещи, которые я не забываю, которые я каждый день использую, они у меня просто на автоматизме уже выходят. Но забыть что-то – это вообще обычное дело. Так что не стесняйтесь повторять основы. Это очень важно. То есть даже вот тут можно сравнить, не знаю, там, с игрой на музыкальных инструментах, если у кого-то есть такой опыт, да? Вы постоянно-постоянно повторяете одни и те же композиции. И каждый раз вы становитесь в них просто все лучше, 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 лучше. Никогда нельзя, ну, можно стремиться только к чему-то идеальному, да? И важно именно сам путь, да? То есть, к которому вы идете. Конечной цели вы никогда ее не достигнете. Когда удается объяснить свои знания другим, это более высокий, новый уровень понимания, приходит объемность. Просто много информации без применения. Я согласен с тем, что когда удается объяснить свои знания другим, это вообще, это, наверное, совсем другой уровень собственного понимания. Есть еще один такой момент. Я, ну, так как погружался в сферу, которая вообще для меня была абсолютно новая, я никогда не занимался математикой. Я искал учебные материалы. Я могу вам сказать, что это очень сложно, когда ты движешься в темноту. Я многих из вас понимаю, которые из вас также движутся сейчас в темноту, в том числе. Найти учебный материал, который тебе подходит. Вот я, например, ну, реально не могу отнестись к тем людям, которые могут прочитать академическое объяснение и вот там какие-то там заумные слова, и вот я там что-то понимаю. То есть, нет, я вообще не такой. Мне нужно объяснение для идиотов. Да? И там
10 раз посмотрев объяснение там, да, для идиотов, я понимаю какую-то часть. И поэтому я долго очень вкрадчиво, въедчиво там в чем-то разбираюсь. Ну и как бы, мне кажется, умение правильно преподать информацию – это отдельное искусство. То есть, в большинстве своем этот навык, наверное, единичный такой прям вот, даже в мировой практике. Потому что приходится действительно много учиться. Допустим, может быть, в математике, это тоже еще такая специфическая очень сфера, где много очень академиков, которые думают, что все там разбираются в этом так же, как и я. Но это сложно очень, так скажем, когда вы входите в какую-то новую сферу. Поэтому не бойтесь задавать вопросов, не бойтесь задавать вопросов, которые, может быть, там, может быть, там, да, вы стесняетесь задать и так далее. Важный скилл, кстати, правильно уметь сформировать вопрос. То есть нужно добиться такого уровня понимания, чтобы вы знали, как спросить. Вот это уже очень хороший навык, когда вы не просто там спрашиваете что-то, а когда вы знаете, что конкретно вам надо спросить. Потому что в наше время правильно сформированный вопрос – это уже половина ответа. Ну так вот, если перейти к родмапу, основы – это прям вообще наше все. Общие навыки разработки – это, соответственно, протокол HTTP, HTTPS – это прям важно. Научиться искать решения, правильно задавать вопросы – это крайне важно. Да? Структуру данных и алгоритмы. Конечно, в это можно погружаться тоже бесконечно. Я могу вам привести такой пример. Может быть, он будет немножко компрометирующим, да, и я сейчас такой сделаю камин-аут. Но мне кажется, в этом не стыдно признаться. Я много времени потратил на алгоритмы. Мне очень нравится эта тема. Мне очень нравятся алгоритмы сортировки, структуры данных. Мне очень нравится computer science, мне нравятся сложности алгоритмов и так далее, и так далее. При этом, вот, допустим, я изучаю какой-то алгоритм, я даже знаю, как его объяснить, я знаю, как его применить, да, и так далее. Я это делаю. Мне даже приходилось вот в Лотосе преподавать курсы алгоритмов, да, немного. И там, да, условно, там, делюсь опытом каким-то, да, и при этом проходит какое-то время, например, там, 2 месяца, мне заново надо все читать. Я заново разбираюсь в этом алгоритме. То есть мне снова надо порисовать схемки, мне снова надо в этом разобраться. И потому что в это можно вникать бесконечно. То есть бесконечно действительно уровень погружения в computer science. Это прям точно. Там все переплетено. Но как бы базовые вещи, вроде структуры данных, того, как там работает, как, с какой сложностью работает алгоритм, это очень важно. И опять же, вот если проводить такую параллель, да, наверное, это уже такой признак такого профессионализма, когда вы разбираетесь в том, какие алгоритмы используются в языке, как язык работает, какие структуры в нем данных есть, какие там методы управления памятью есть в языке. Это делает вас специалистом совершенно другого порядка. То есть это уже вот выше, выше, выше и выше все. Математика – это очень просто, это все, что есть в нашей жизни, универсальная модель, язык и прочее. Это очень просто, когда, да, ты понимаешь низлежащие слои. Но когда ты не понимаешь низлежащие слои, да, то там уже становится очень сложно. Могу привести примеры, но думаю, что лучше этого сейчас прямо не делать. Итак, идем дальше. React, конечно, ну, это must-have. Менеджеры пакетов. Сейчас де-факто стандарт NPM. Я рекомендую к использованию NPM и не запариваться по поводу там Yarn и всего остального. Инструменты сборки. То же самое. Webpack – это реально стандарт. Как бы здесь прямо вот 100%. NPM-скрипты. Ну, опять же, да, это важно, это как бы нужно, но, в принципе, можно так немножко фон переключить. Стилизация. CSS-препроцессоры. Вы с ними непременно столкнетесь, поэтому хотя бы один из препроцессоров вы хотя бы можете посмотреть. Но это происходит уже, скажем так, реже и реже. Мне, например, больше нравится CSS.js, и я бы рекомендовал вам больше посмотреть вот в этом направлении, нежели чем вот в этом, потому что это плохой архитектурный паттерн, когда вы используете CSS в отдельном все-таки вот каком-то таком ключе. Но вы с этим столкнетесь, и поэтому все-таки надо будет посмотреть. CSS-фреймворк я бы тоже отнес к основам, вроде Bootstrap, там, Material UI и так далее, так далее. Посмотреть это как бы вот можно. Архитектуру CSS. Здесь включен BEM и CSS Modules. Опять же, я скажу, что если вы используете CSS в JS, то там другая идея, и
Мне это больше нравится, чем BEM, чем CSS модули, и вот это все. Но опять же, вы с этим столкнетесь, поэтому это надо будет посмотреть, как. Управление состоянием. Здесь де-факто Redux. Это прям де-факто лидер. Состояние компонента, контекст. Ну да, тоже все-таки придется столкнуться. Асинхронные действия. Это Redux Saga, я бы сказал, прям must-have. Это прям самое крутое, что сейчас есть. Прям 100%. Санк, вы с этим тоже наверняка столкнетесь, поэтому стоит посмотреть. Reselect. Очень крутая библиотека. Вы с этим столкнетесь. Проверка типов. Я бы сказал, что prop types. А вот TypeScript прям 100%. Это прям вот must have. Итак, идем дальше. Здесь все согласен, полностью солидарен. React Router. API клиенты. REST, разумеется. GraphQL, ну, возможно. Да, возможно, тоже стоит посмотреть обзорненько, важно. Ну, вот REST это прям, конечно, must have. Это прям вообще. Модульное тестирование. Я бы посмотрел 100% Jest. Все остальное, ну, по желанию. Интеграционное тестирование. Здесь тоже можно просто посмотреть. Точно так же end-to-end тестирование. Ну, можно посмотреть, хорошо знать, что это такое. Локализация. Ну да, вы с этим столкнетесь, посмотреть надо. Вот здесь список унитарных библиотек я бы отнес Рамду как раз-таки на первое место, над Ладашем. Мне больше нравится Рамда. А Ладаш, ну такое. Итак, отрисовка на стороне сервера. Сервер-сайт рендеринг и Next.js. Стоит посмотреть. Но все остальное уже я бы сказал по желанию. Вот такой у нас получился roadmap с моими комментариями. Возможно, вам это тоже пригодится и будет полезно. Итак, ну мы на сегодня, наверное, заканчиваем. В принципе, справились со всем планом. Да, вот, получается, мои контакты. Да? То есть это телефон, e-mail. Да? Я просто сейчас еще поделюсь, скажем так, у меня есть паблик в Телеграме, в который я тоже пишу какие-то полезные штуки, у меня там немного людей, там скорее просто какая-то интересная информация, да, там, которая вам, возможно, где-то пригодится и так далее, и так далее. Поэтому присоединяйтесь, если у вас есть желание. Да? Итак, в принципе, на сегодня мы закончили. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне их в чатик. И еще прошу вас обязательно пройти прям вот очень-очень-очень надо опрос. Да? Опрос, в котором там, вы ответите на вопрос, понравился, не понравилось, там, да, и вот это вот все. Это тоже вот важный такой момент. Ну и мне напишите в чатик там от 0 до 10, насколько было полезно то, что мы с вами прошли. Мне тоже будет интересно это знать. Не стесняйтесь. Окей. Спасибо. Я старался, надеялся, что действительно вам все это пригодится. Но если каких-то вопросов нету, первая ссылка не работает. Первая вот эта ссылка или нет? У меня вроде работает. Вот, открылся. И вторая вроде тоже работает. Должна, по крайней мере. Итак, ну, было очень приятно с вами встретиться в этот замечательный весенний вечер. Пообщались по реакту. Увидимся на курсе. Приходите на курс. Вотус. Мы будем делать, скажем так, довольно, планируем сделать довольно крутую, так скажем, программу. Не знаю, вроде открывается. Да, ну, может быть, да, у вас там,
Может быть, у вас просто проблема с доступом именно к Телеграму, к своему? Мы будем делать довольно крутую, так скажем, программу, стараться, по крайней мере, да, придерживаться плана, делать что-то крутое. Видео, да, будет на Ютубе. Вы сможете спокойно смотреть его на Ютубе. Как бы все уже доступно как стрим на канале Отуса. Если вдруг вам какие-то, опять же, моменты там важны. Ну и приходите на курс, потому что мы будем стараться именно действительно разобраться с большим количеством крутых штук. Я надеюсь, что вам понравится. Если придете, вам должно понравиться. Ну все, спасибо. И всем до встречи. Если что, заполняйте опросничек еще раз и приходите на курс. Всем спасибо за внимание. Так, не открывается ссылка с десктопа. Попробуйте в Telegram десктоп открыть. Может быть, у вас откроется так. Не знаю, почему не открывается. Должна открыться. Но если не открывается, может быть, действительно у вас проблемы с доступом к Telegram или что-то такое. Спасибо. Ну все, всем пока.